стало известно, что знаменитые артисты Клава Кока, Бьянка и Джонни под угрозой статуса иноагентов. Дело в том, что организаторы концертов в Европе публично поддерживают ВСУ и донатят им деньги. А наши селебы тоже отметились на европейской сцене. Представители федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку, которая может привести к признанию Клавы Коки, Бьянки и Джонни иноагентами. Причина – их концерты в Европе, организаторы которых публично выступают в поддержку ВСУ и перечисляют им часть заработанных денег. По данным ФПБК, в октябре прошлого года упомянутые артисты выступали на различных концертах в Германии, стране, которая регулярно поставляет вооружение Украине. За свои выступления музыканты получали гонорары в евро. Организаторами этих концертов является семейная пара Алексей и Надежда Кинс. Важным фактором, который привлек внимание ФПБК, стало то, что вторая половина организаторов, Надежда Кинс, родом из Украины и постоянно осуждала Россию. В связи с этим возникли подозрения о возможном иностранном финансировании деятельности музыкантов. Поэтому представители ФПБК попросили Генпрокуратуру провести проверку и, при подтверждении фактов, признать Клаву Коку, Бьянку и Джонни иноагентами.